Здравствуйте, меня зовут Андрей Смирнов, я инструктор по дайвингу дайв-центра Savlife. Сегодня мы протестируем новую маску от компании Ocean Reef, называется она Aria. Маска предназначена для снаркелинга, плавания по поверхности, для наблюдения за рыбками, кораллами. Маска имеет съемную трубку, которая герметизируется при помощи оринга. Трубка для дыхания разделена на три секции. По центральному каналу воздух попадает в маску, обдувая стекло маски и препятствуя запотеванию. Затем через систему односторонних клапанов воздух попадает в носовую зону вдоха. Выдыхаемый же воздух по боковым воздушным каналам огибает маску и попадает в дыхательную трубку. Выходит при этом из маски. Но это важно, так как вдыхаемый и выдыхаемый потоки воздуха разделены и не смешиваются. Это позволяет получать свежий воздух, наслаждаться видами, не думая о том, что маска запотеет. Выбрать размер полнолицевой маски достаточно просто. Необходимо измерить расстояние от подбородка до переносицы. Если расстояние меньше 10 см, то выбираем размер XS. От 10 до 11,5 размер SM. Если более 11,5, выбираем размер LXL. Кто занимается снаркелингом, наверное, понимает, что когда мы держим трубку, то челюсть через какой-то промежуток времени все-таки начинает уставать. Поскольку мы здесь можем дышать и носом, и ртом, ну, что для нас, в общем-то, привычнее как раз дышать носом, нежели ртом, то не устает ничего, никакие челюсти и никакие, что там еще может уставать. Если у вас плохое зрение, то можно плавать с контактными линзами, что тоже дополнительный плюс. Даже если упадет вода под масочное пространство, то она будет не возле ваших глаз, а где-то внизу, вы ее даже не почувствуете. Надевается маска и регулируется очень легко. Достаточно просто приложить ее на лицо и затянуть нижние ремешки. Этого будет достаточно, чтобы она плотно сидела на лице. Приобрести маску можно в магазине Savlife, который находится в городе Минске по улице Кузьмы Черного, 31. Вы вспоминаете, что я говорю? Ну вот, даже может поговорить с такой маской. Дышать можно как-то в том, как вместе, это тоже большой плюс. Я попробовал разговаривать под водой, меня даже понимали. Поэтому я думаю, что это возможно будет делать, даже когда вы плаваете с кем-то вдвоем с этой маской. Если нам захотелось вдруг нырнуть, мы можем это сделать. В этом случае закрывается клапан на трубке. Трубка, маска, как я уже говорил, сухая, то есть в нее не попадает вода. И даже если мы ныряем на какую-то глубину, продуть уши, если кто понимает, о чем я говорю, достаточно просто, подвигав челюсть. Для маски можно отдельно приобрести крепление для камеры GoPro. Себе я приобрел маску размера SM. Она наилучшим образом подошла и мне, и всей моей семье. Мне понравилось. До свидания, до скорых встреч. В следующий раз я расскажу о компьютере i450 от компании Aqualung.